А перед началом этого видео хочу посоветовать канал моего приятеля Фила. Он снимает очень хорошие ролики по Critical Ops. Парень, естественно, не кладет болт на свою аудиторию и делает годноту. Подпишись на него, ссылка в описании. Прикольно. Нет! Это как навигатор. Вот смотрите, как навигатор, честно говоря. Блин, главное, чтобы не ёбнулся, конечно. О, Найс, сыграешь, конечно. Вам было все удобно, чтобы ничего не лагало. Если лаги на... Вот это... Нахуя девушка, если есть рука, вот именно, сами подумайте. Офигенно бросить домовухи прям. Опа, не ожидал. Еще бетка. У меня же бетка. А точнее, той человек. Я элит на укатоне из-за это вообще. Как бы. Моторку дам. И он еще мой старый знакомый, поэтому так вот. Я могу ему доверять, в принципе. Неожиданно и приятно. Очень приятно. Окей. Что со мной не так? Хочу также посоветовать канал Виллиона. Чувак недавно начал записывать видео по Critical Ops, и у него это получается, ну уж точно лучше, чем у кого-либо. Ну, конечно же, кроме меня. Подписывайтесь на его канал, буду очень рад, ссылка в описании. На стрим зашел, пишет, сука. Трипад, спасибо за 10 рублей. Сыка, умно. Зашел на стрим, сука. Привет, Лемара. Подобного. Я всего лишь в 8 классе, лол. Почему мне 16 лет? Ему 14 лет тут вот именно. Я играю на эмуляторе, так что я, может сказать, ну, беру, если честно. Папич мой кумир, так сказать. Делся! А в итоге, ну окей. Я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты щенок. Ты щенок. 200 был бы вообще херенно. Еще там. Опа, есть первый. Поздно. Вот он. Но у меня донат от 5 рублей. Ты не сможешь их задонатить. Первый килл. Выпендриваешься, выебаешься. Ну. Вот здесь есть. Вот он. 2 часа его убиваешь, если честно. А, знаешь, такой в 10 лет. Чуваки, у меня там девушка. Чё, ну, песочницу строим вместе. Заебись. А, как я его не бью? Позор! Вот здесь должен быть.